Шанхай состоялось вручение престижной премии Flyer Award 2017. Она отмечает лучших участников туристического рынка Китая, включая лидеров авиационной отрасли. Звание любимой иностранной авиакомпании удостоился Аэрофлот. Заместитель генерального директора Аэрофлота Игорь Чалик назвал награду прорывным достижением не только для самой компании, но и для всей страны. Для Аэрофлота большая честь называться любимой иностранной авиакомпанией Китая, величайшей стране мира по населению, по темпам экономического развития и по великой истории. Это прорывное достижение не только для компании Аэрофлот, но и для всей России в целом, учитывая наши особенные отношения, добрые, стратегически важные и между странами, и между народами. Победители конкурса определяются путем голосования. Китайские пассажиры отвечали на вопросы в интернете. В этом году в таком опросе приняли участие более 50 тысяч человек. В числе преимуществ Аэрофлота путешественники отмечали сервис, доступные цены и удобные стыковки в Шереметьево. Наши пассажиры отмечали высокое качество обслуживания в Аэрофлоте, в том числе бортовые услуги, питание, пунктуальность выполнения рейса и выбор авиалайнера. Можно с уверенностью сказать, что Аэрофлот достоин этой высокой награды, и мы надеемся, что компания будет и дальше работать в этом направлении, закрепив свой успех на китайском рынке. Понимая, что сотрудничество и связи России и Китая с годами будут только расширяться, Аэрофлот ввел целый ряд инициатив, рассчитанных на привлечение китайских пассажиров. Например, объявления на рейсах в Поднебесную делаются в том числе на китайском языке. О других преимуществах рассказывает генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев. Мы продвигаемся на китайском рынке. Мы много для этого сделали. В частности, у нас присутствуют на китайском языке сайты, страница на нашем сайте Аэрофлота. У нас есть бортовое меню, азиатский сет, который мы предлагаем именно блюда национальной кухни, когда мы летим на этих направлениях. Мы получили этот приз также благодаря тому, что у нас взвешенные цены и очень хорошая маршрутная сеть и стыковки. Китайский авиарынок поражает своими масштабами. За 2016 год было перевезено свыше 500 000 000 пассажиров. По мнению Савельева, получение награды – еще один стимул для дальнейшего укрепления позиции Аэрофлота в регионе, а также для расширения транзита между Европой и Азией через территорию России.